Для самарских автоледи встреча с сотрудниками ГИБДД сегодня стала приятным сюрпризом. В преддверии Международного женского дня автоинспекторы провели уже ставшую традиционной акцию и поздравили представительниц прекрасного пола с приближающимся праздником. Чтобы удивить и порадовать жительниц города, инспекторы с букетом в руках выехали на дороги Самары прямо с утра. Наши водители женского пола тоже неотъемлемая часть дорожного движения. И, конечно же, с такой прекрасный праздник хочется их поздравить, пожелать всего хорошего, соблюдения правил дорожного движения. Ну, зеленого света, как говорится. Поднимаем настроение, дарим подарки, желаем всего самого хорошего. К праздничному рейду присоединились и представители общественных организаций. Они преподнесли дамам за рулем практичные подарки. В настоящее время, если не добрые половины, но где-то треть водителей женщины. И я считаю, что они даже более организованы, стараются соблюдать правила дорожного движения. Дай бог, чтобы безаварийная езда сопровождала их. Приподнятое настроение было не только накануне праздника, но и всегда. А всех женщин Самары области с наступающим праздником. Пожелать здоровья, счастья, благополучия и, самое главное, мирного неба. И хочу обратиться к мужчинам. Увидев женщину за рулем, представьте, что это ваша жена, сестра или ваша дочь. Я надеюсь, вы будете намного вежливее к этим водителям. Мужчины в погонах поздравили женщин с наступающим праздником весны, пожелали оставаться всегда такими же прекрасными, напомнили им правила дорожного движения и пожелали безопасных дорог. Неожиданно и очень приятно. Я сначала не поняла, почему останавливают меня, думаю, что-то не так. Но очень приятно. Спасибо большое. Напоследок жительницам города напомнили, что даже в праздничные дни нужно не забывать о правилах дорожного движения, быть внимательными и аккуратными за рулем. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События.